Надо кинуть гранату так. Никого не зацепить и всех убить. Выгони, ни то, ни то не вышло, да? Тихо, тихо, малыш. Так. Блять, я надеюсь, ты мне не подойдешь. Вроде очень аккуратно выходит, прям по и под жопу. Да, всех троих оглушили, враг. В принципе, очень хорошо. Дарить не можем. Так, вот теперь у меня вопрос. Мне нужно кинуть гранату тут. Эту боевую также хорошо. Неплохо. Так. Стараться особенно не буду. Да, надо было бы. Так, все, готово, зараза. Так, надо мне не забыть, что у нас еще тут будут... Погоди, вторая пушка такая, что... Ага. Но это уже поинтереснее будет. Так, три слота. Это мне, пожалуйста, вот этой вот подруги. Она, в принципе... А, это автомат. У меня был дробовик. А, Орион. Мне не очень охота сюда какие-то обновления запиндюривать хорошие. Ну ладно. Вероятно, придется рано или поздно. Еще всякий хлам надо попродавать. Так, бронька есть получше. Я имею в виду вот этой вот подруги получше бронька. Вот это вот раз. Ну, всяко лучше, конечно, будет. Вот только кому ее дать-то? Давай сделаем вот так вот. Рамус, тебе вот немножко похуже. Но, в принципе, все будут броня хотя бы. Тут надо, конечно, всю броню либо попродавать, либо нахрен поразбирать. Десять, восемнадцать, десять, двадцать семь. Тоже неплохой штурмовой у него, конечно. Тактическая винтовка. А, ты не можешь. Все, извини, чувак. Я думал, я тебя хоть чем-то сейчас озадачу, и ты будешь у нас покруче. Но в итоге пока нет. Так, стоит ли тыркать сейчас улучшение винтовку, если я не смогу их, в принципе, снять? Ой-ой-ой-ой-ой, вот этот вопрос хороший, если честно. Для оружия ближнего боя есть, к примеру. Да, вот так вот положу. Винтовочный, рукоять винтовки. Полный кто? Для оружия ближнего боя это... Не знаю, что это. Винтовочный триггер еще есть. Так, к примеру.
Для оружия ближнего боя не надо. Эпик для винтовок. Легендарка для винтовок у меня. У этой винтовочка хорошая, но тут лучше эпик использовать. А правда, не хочет он использовать ничего. Ладно, рукоять. Тоже не хочешь. Хорошая винтовка. Все это не для винтовки, это для автомата. Эти два Ориона, они, в принципе, одинаковые. Я не знаю, тебе можем поставить? Да, вот ему давай поставим. Но все равно я моды-то не могу вам втыкать никуда. Так, доступ, недоступен, недоступен. О, ясно. Также обратно могу их забирать? Да, могу. Так, вот это вот все. Может, это вообще на переработку? Ну, хотя надо посмотреть, то у меня тут переработчик-то вообще. У нас выходит шестерня, розетка, трубка. Я вот что-то сейчас не понял. Оружие что, не могу разобрать? Я вот что-то сейчас задаюсь вопросом себе который раз. Я реально не могу разобрать оружие? А, ладно. Это нифига не ладно. Нас еще на улице ждет нас приключение. Про это не забывать. Какой-то сундучок есть. Блин, мне аптечка нужна еще одна. Все, вот у меня вот вопрос. Ты... Ой, у меня патронов нету. Ёшкин ты матрешка. Если тебе недостаточно очков действия, стрельнуть по нему не можешь. Не понял. А ладно. Я вот что-то сейчас вообще не вдуплил тему. Каких очков действия тебе не хватает? Ты еды напополам. Давай-ка мы здесь закроем нам территорию. Патронов, если ему написал бы, ему не хватало, я бы еще поверил. Погоди, там для винтовки что-то только действий требуется, что ли? Я вот сейчас только допер. Ни хрена себе. Крутая тема. Так.
Так, мне бы сменить оружие. Как ни крути, хотелось бы, конечно, получше, но получается как всегда. Так, идем сюда. О, аптечки, это хорошо. О, ни хрена, аптечек. Неплохо. Так, у нас вот доктор. Хотя... дай-ка я посмотрю персонаж. У нас что тут? Дробовики, пистолеты, первая помощь. У меня двоечка хотя бы у него. Значит, первую помощь будем оказывать им. Ну-ка. Вот, первая помощь. Двоечка уже. Это все хорошо. У нас основной персонаж это наш именной. Как канальный, многоканальный назвать, я даже не знаю как. А, здесь у нас тоже что-то есть. Еще дайте аптечек, а? Или патронов, патронов. Немножко мне не патроны. Откуда в руинах вообще патроны могут быть? Хотя ладно, я спрошу по-другому, откуда у паука патроны? Ну хотя тут можно предположить, что он кого-то сожрал вкусного. Да, как бы не поспоришь так шибко. Ага. Давай почитаем хоть что с нами было тут. Исторический объект вращается вокруг, летающий из какой-то тихий звук, наполняющий помещение. Читай, фак-фак-фак, тик-тик-тик-тик. Здрасте, объект вращается, внутри появляется слабое свечение. Говори лингвистический гуманоид, пожалуйста, говори. Это языковая мутация, наблюдается в множестве параллелей, как было раньше, будет всегда простой язык. В твоем языке мой джам. Нас много, и мы многое. Это параллель, лишь одна из бесконечного множества вселенных. Мы ждали, должны ожидать, и будем дальше ждать. Фу ты. Это, как это вообще прочитать смог? Это произошло, как это уже было с вами и с нами. И так же, как много раз до этого. Здесь, в иных местах, тест снова вы прошли и не сможете говорить. Мы ждали, продолжим ждать в других параллелях. Главный тест. Ты выбран, ты избран из много, не приходит тяжело сопротивляйся, машины и стали достигли предела развития, придут скоро, переполненную ненавистью. Желаю стереть вас, ваш вид с этой планеты. Их корабли полны страданий. Много кораблей летят сюда, сейчас полны страданий. Боль мчится мощной волною, ударит перед штормом. Их много, больше, чем джем сотни всех вас. Жестоко, беспощадно, безжалостно, не помнят, вы нет. Вы не умеете помнить уязвимость вашего вида. Бесценный дар. Есть надежда. Вы внезапно видите образы облаченных в доспехах воинов, сражающихся на протяжении веков в незнакомых битвах. Вы видите бой, не чувствуете боль поражения, снова и снова, кажется, тысячелетия повторяется одна и та же картина. Тень принесло вас сквозь разум, оставив после боя тень воспоминания без деталей, но с непонятным смыслом. Все, что было раньше, все войны, это тренировки. Все это было для того, чтобы подготовить человечество к последней битве. Ее никто не сможет избежать, там вы и остальные люди. А, все верно, дети, мои создатели потери найдены много раз. Ваше племя вечно слабеет и разгорается сквозь время, пространство, измерения. Вы последняя надежда на мир, несчастье для Грунах. Так и имя будет звучать для вас. Так они зовут себя сами. Дары должны быть отданы, вы вознесетесь. Ну да, конечно, сейчас разбегу. Первый же отдан, первому и многие другие будут отданы. Ищи нас снова в других местах похожих. Ты должен вознестись много-много раз, пока не будешь готов. А каждое вознесение даст вам уникальную силу, которая поможет в грядущей битве. Оттачивайте свои навыки, собирайте людей, готовьтесь. Какой дар, что такое вознесение? Я снабдил вашу структуру ауры, вы отмечены вознесением, готовьтесь ищите другие руины, следы последнего перехода, мы поговорим снова. Так, понятно, что ни хрена непонятно. Мог бы и не читать, я думал, хоть что-то полезное будет. Ну, сейчас. Превосходно, какая сила, что ощущаете? Да, да, да. Ни черта я не ощущаю, то, что я зря читал, блин, какую-то хренотень.
Так, а вот теперь у нас будут проблемки, геморрой. Под названием ой-ой. Угу. Так, мне надо как-то аккуратно сюда подбринкаться. Эти уродцы меня тут не... Ну да, конечно, сейчас они меня не обнаружат. Стреляют они куда лучше, чем я. Но я неплохо кидаю гранаты, должен отметить. Чего? И... Да, все, все, отпусти меня, волшебная трава. Так, граната пошла. Любите, ребят, гранату? Вы в недосягаемости меня, но в досягаемости гранат. Подумайте сами. Здорово, парни, и пока. Мне аптечек мало. Меня все устраивает. Что-то не захотелось в Fallout поиграть после этой игры. Ой, блин. Но не ждал новая запись. Так, вообще-то ящик еще там вот у меня есть. Да уж. Как я буду эти навыки тренировать? Вопрос хороший. Я примерно знаю ответ. Но хотя, если в игре что тут? Охраненки будут работать, ну, мне вообще фиолетово будет. Я не буду долго и упорно играть. Почему бы и нет? Потихоньку, полегоньку. А, все как и подозревал. Да. Модуль FT очень внимательно, хорошо, конец разговора. Мы уже все забрали, успокойся. Про это я забыл. Let's do this. Почему я не могу тебя спецударом? Держись, док. Сейчас я этому. И второй раз. Да ладно тебе. Ой, ты же, господи. Такие бывают метки, что меня ж дурно. 8%, 3 попадания, 3 попадания при 8% шанса, при 40% шанса, наверное, ни одного. Ой, какая жесть. Faster Train Line, FTL. Блин, эту игрушку надо будет потом не забыть посмотреть. Тоже вообще-то интересная FTL игра. Много народ у меня интересных игр, эти все игры, напомню, будет плейлист отдельный. В этом плейлисте я буду выкладывать все игры, которые я считаю интересными. Где, в принципе, есть на что посмотреть, есть чем заняться.
Кстати, обрати внимание, FPS тут вообще не прыгает ни взад, ни вперед. Это называется пряморукость разработчика. Да, здесь нет ничего динамического, но все равно. Так, ладно. Так, пошли-ка мы на станцию, приортачимся. Где она у нас тут вообще? Так, это у нас travel, это у нас что? Портал. Так. Видит братская станция вообще? Есть станция, что я что-то не втупляю никак. Polaris Crait. Блин, мне еще не хватает сейчас с пиратами повоевать. Вот для полного счастья. Только вышел класс, но давайте сразу звездюлей получим. Здесь была красивая станция. Прям вроде на орбите. Или, блин, нет. Так, поговори с... Нет данных. Значит, нет данных. Сейчас там, блин, нет данных. Так, где-то у нас гипердрайв был, вот он. МЖД, зараза. Сразу Евка вспоминается. Моментом. Так, сейчас что-нибудь продадим, посмотрим, нужно ли улучшать нам кораблик. Планету мы здесь высадить с один пень не можем. А, так мы еще можем управлять кораблем. Ух ты, ё. Во время МЖД, ни хрена себе. В гравитационном колодце только не можем это делать, я понял. Почему-нибудь у меня на планету там надо будет высадиться, да? Ладно, для начала мне нужна станция один пень. Итак, сейчас давай побегаем по станции, что я в прошлый раз не делал. Так, корабельный груз, слоты хранилища. Чего? Нет никаких товаров. Что за станция такая? Угу.
А самое хреновое, что я разобрать не могу. Ничего с этим не сделать. Вот видишь? Это вот все, в принципе, от этого надо избавляться. Она бесполезна. Я и засорять не хочу ничего. Вот, надо подумать, как мне с этим, блин, быть. Не разобрать, ничего не сделать. Хотя можно ему скинуть. Я на станции могу полазить здесь где-нибудь. Это интереснее уже становится, очень интереснее. Так, с кем бы еще мне увидеться? Тем будет полезен, нужен модуль. У меня такого нет. Ну, я знаю, с кем можно перетереть на эту тему, и чтобы знали, старый Скарби не делает одолжений. Хорошо, помогите не разобраться с проблемой в шахте. Там кое-что слегка помолчало, рабочие тоже поломались. Ну, понимаете, мутанты и прочее. Сэкономь на запасных комплектов. Откуда вылезли? Если не знаете, о слайсе. Дорогое удовольствие, продается в главных системах. Кто кого не... Его только не употребляет. Кто в чае, кто-то нюхает, стоит дороже плутония на мерную тонну. Переработка полов чертовски незаконна, но в сыром виде. Лучше быть осторожным, имейте в виду, твари умны. Кожа как камень. Представляете, что хватит патронов и аптечек, жаль там. Жалеть там некого. Увидели, стреляйте. Пыль от добычи там теперь нет. Магазины станции всегда открыты, может что-то пригодится. Блин. Хорошо, взяли задание, я очень рад. Пошли-ка мы сейчас сначала тут это поторгуем, получается. Давай поторгуем. Так, аптечек надо. До хрена. Брони никакой, есть осколочные гранаты. Да, гранаты здесь осколочные, зараза, дорогие. Давай все возьмем. Полды щитов тоже ничего нету. Так, термоядерные заряды. Пистолета, пулемета, патроны. Для пулемета магазин. Нахрен все взять.
продам. Блин, по патронам, конечно, здесь тоже бедным-бедно. Да и кораблю ничего не продают, не серьезно, что... Как все печально-то. Ладно, у нас есть хотя бы гранаты, ЕМ-гранаты. В принципе, аптечек. 58 штук. Какие маленькие получаются. Отлично. Так, сможем все навыки прокачать на этих аптечках. А, так он тут на карте помечается, этот дядька. Ну, будем, как говорится, импровизировать. Что еще остается делать? В принципе, на этом закончу. Народ, не забывайте это видео рекомендовать своим друзьям. Игра хорошая, интересная. Я и буду продолжать снимать как можно дольше. Всем удачи, всем пока.